Всем привет, друзья, с вами Малдер, мы продолжаем играть в Ассасина. Играем мы в данный момент за старенького Альтаира, ему 82 или 83 года, что-то я припарил. Где, кто тут что пиздит-то? Про Басса тут лечат, да? Альтаир уже еле-еле идет, еле-еле передвигается, обалдеть, а как в них? Замочить-то сразу двух-то, да, тем более. Хватит ли силёнок у Альтаира-то? Вали отсюда! Так, убейте следующего капитана. Вот такой вот неприметный дедушка идет, песенки поет. А в рукавах-то клинки спрятаны, ничего себе, дедуля. А можно я побыстрее как-нибудь пойду? Могу, смотри-ка. Могу даже бегать немножко. О-о! А куда ты ломанулся? Альтаир, уже очень сложно ходить. А у меня оружие есть какое-нибудь? Блин, а у меня нет ничего, только клинки и кулаки. Скрытые клинки и кулаки. Аптечек нет, ничего нету. Как же мне до него добежать? Я надеюсь, ты не сдохнешь? Ой-ой-ой, как тяжело. Ну, понятно. Блин, а тут еще, что ли, кто-то есть? Или меня кто-то палит? Нет, меня никто не палит. Идемте дальше. Что такое? А что ты там? Учитель. С приездом. Тихо. Мы не хотим его смерти. Кого? Кого смерть? Я хочу он капитана убить. Вы тут мозги ебете. Сами бы уж убили давным-давно. Ох, твою же мать. Мне надо капитана убить. Так, ну-ка. Блин, я не могу бегать, прикиньте. Во-во, еле-еле. Еле-еле. Сейчас мы убьем капитана. Так, во-первых, вот этого я помогу. Блять, никого... Ту, ёб твою мать, синхронизацию. Ты... Ой-ой-ой-ой-ой. Следуйте за мной к замку. И не проливайте зря кровь. Ну, хер с этой синхронизацией. Опять мы не смогли 100% достигнуть. Неважно. Не... А интересно, а я могу залезать вот по этим всем лесам? Я что-то сомневаюсь. Ну-ка, давай, попробуй-ка. Да все, куда там, какие, 82 или, повторюсь, 83 года. Блин, не помню, забыл. Ой-ой-ой, что такое? А, кто-то просек меня. Ну смотри, по-прежнему силы-то есть, как бы, сражаться. У него даже отдышка появляется. Да, конечно. Это мы с вами практически все. 20 лет прошло с тех пор, как ты покинул нас. И чё? Это практически всю жизнь. Сейчас нам особенно нужна твоя мудрость. Найдите Аббаса и убейте его. Так, погоди-ка, практически всю жизнь мы прожили в этой части. Альтаировскую. Это очень интересно, на самом деле. Так. За мной народ-то идет. Как бы. Убить его! Сейчас же! Чего вы ждете? Глупцы! Он околдовал вас! Наш наставник вернулся! Между прочим, Аббас выглядит... Мое почтение, наставник. Аббас выглядит гораздо лучше, чем... За тебя! И за орден! Чем Альтаир, надо признать. Альтаир! С возвращением! Вам! Ты че? С возвращением, наставник! Предатель! Стой! Всегда честь, наставник! Все-таки не все... Не все, короче, рады. Да чё, я нажимаю это? Не знаю, как это работает, блядь, что-то у меня не всегда получается. Сука, они сейчас... А, все. Не сразу, видать, срабатывает. Так, вы меня пропустите, гады? Здравствуй, учитель. Наставник. Нет, эти пропустили.
Эти... Отзови своих людей! Нет! Я защищаю Масиаф! И ты бы поступил так же! Ты осквернил все наши идеалы и растерял все, что у нас было! Ты все принес в жертву на алтарь своей злобы! А ты потратил многие годы, пялись в это яблоко и мечтая о собственной славе! Это правда, Аббас! Яблоко поведало мне о многом, о жизни и смерти, о прошлом и будущем. Я покажу тебе. Используйте ружье, чтобы убить Аббаса. Так, пистолет, а выбрать цель, затем... Чё-чё-чё? Пистолет, выбрать цель, нажмите А, чтобы выбрать цель, затем удерживайте... А как мне, блядь? Удерживайте У... Это все? Я не смогу простить тебя, Альтаир, за ложь о моей семье и об отце, за унижение, что я вынес. Это не ложь, Аббас. Мне было 10, когда твой отец пришел ко мне. Он рыдал. Умолял простить его за то, что он предал мою семью. Он перерезал себе горло. Он умирал прямо у моих ног. Я никогда этого не забуду. Нет! Но он не был трусом, Аббас. Он вернул себе доброе имя. Надеюсь, за этой жизнью будет другая. Я увижу его и узнаю о его последнем дне. Когда же придет твой час, мы найдем тебя. И тогда сомнений не будет. Блин, не добились мы 100% синхронизации, хотя здесь можно было. Достаточно легко даже, причем. Мы же могли своих соратников им указывать, кого убивать. И не убивали бы сами. Даже уже стариком он пытался сделать все, чтобы сохранить братство. В юности я бы назвал его упрямцем. Сейчас же я восхищаюсь его смелостью. Ассасины были всей его жизнью, от начала и до конца. Другой у него не было. Ну что же, 4 ключа мы собрали. Остался последний. И мы отправляемся на его поиски. Где тут чего есть? Где выход у нас здесь? А, ну-ка карту глянем. Глядим карту и выясняем, куда нам надо идти. У нас, кстати, еще книжное задание где-то есть. Где-то на другом конце карты. Насколько я помню. Книжное задание. Мечеть Зейрек. Не надо. Вон книжное задание. А где-то есть еще основное... Вот. Кстати, основное задание. Я не знаю, блин, есть ли смысл за книжкой идти? Хотя наверняка есть. Наверняка есть смысл идти за книжкой. Но! Нам нужен телепорт. Телепорт находится... Блин, тут телепорт-то далеко. И здесь не близко. Есть ли смысл вообще им пользоваться? Ладно, давайте воспользуемся телепортом. Где-то тут он есть. 500 метров всего лишь. 500 метров. 500. Вот телепорт. Стоп, в соседней комнате. В соседней комнате. Момент. Вот он. Нашли. Мир вам, наставник. И вам не болеть. И вам не болеть. Галатская мечеть. Нет. Нет. Мечеть бы и розовая мечеть, арсенал, Айя София. Вот, Айя София, погнали. В Айю Софию. Посмотрим, что нам, нас там ждет. Там, кстати, территория-то запретная. Я не могу туда пройти просто так. Надо будет по крышам лезть или где ли? По подвалам. 180 метров. Ну нет, чуть-чуть, конечно, мы срезали. А вот здесь уже все. Тут территория-то...
Закрыто. Наверху? Наверху, наверное. Блять, куда ты нахуй? А наверху-то, наверное, открыто. Ты что такое? Ёпта, ты посмотри. Типа какого-то прудика. Прудик сделан декоративный. Вот, надо будет. Чё это? Противоречивые вести. Эцио выяснил, где находится армия тамплиеров, но оказалось, что в процессе он убил невинного человека. Поговорите о произошедшем, о произошедшей трагедии с Сулейманом. Никого не убивать. Мы убили же Тарика-то, он был невиновен. Запретная зона. Где у нас тут кто? Блин, никого не убивать. Как никого не убивать? Я так не умею. Сено есть? Проберитесь незамеченным во дворец Тапкапи, чтобы поговорить с Сулейманом. Да я бы с радостью. Как тут, блядь? А, может быть, наверх пробраться? Во. Так. Сено. Я хочу увидеть сток сена. Но я его не вижу. Может быть, здесь увижу? И... О, блядь, сено, нахуй. Сено, ты где? Вон оно, прям в уголке. Отсюда допрыгнем, блядь. Отсюда допрыгнем, наверное. Давай, прыгай. Ладно. Цыганок можешь нанять. Точно, а почему нет? Ну-ка, давай-ка сейчас цыганову наймем. Эй, не-не-не-не-не-не. Погнали. Погнали, сейчас мы просто идем. То есть, а я незаметный такой. Тут бабы идут. Вон еще цыганки. А я вот там могу пройти, интересно знать. Слушай, они сейчас закончатся, цыганки-то. Да, я с тобой. Вот, надо тут как-то пошустрее нам быть. Цыганки, действие цыганок-то сейчас кончится. Они сейчас разбегутся. Деньги-то получили. Теперь им похеру все. Так. Янычары ушли, а здесь где цыганки? Но у меня еще две осталось. Две цыганочки. Где, блин, еще мне найти цыганочек-то, а? Они вот эти, может быть, не будут отбегать от меня? Пожалуйста, вон там янычаров толпа идет. Только не сейчас. Только не сейчас. Я вам заплачу еще 150. Только не убегайте. Блядский ты рот, а? На самом деле, мне всегда казалось, что 96-й слабоват. Ёб твою мать, а как... А, вон цыганки. Цыганва здесь есть, отлично. Так, бежим. Бежим до цыганок. Нанимаем. 150 выдали. Нам туда. Пока они работают, мы сейчас пройдем здесь. Блин, что за хуйня? Идите сюда, две дуры, блядь. Нет, те раз дернули сразу же. Смотри, деньги получили, все, их ничего больше не интересует. Вот, блядь, цыганчая натура. А мне как быть? Тут еще идти. Янычаров вон целая толпа ходит. Кусты есть. Кусты — это хорошо. И почему меня не пропускают-то сюда, я не понимаю просто-напросто. Ну, я имею в виду, почему для меня это запретная зона? Я ж дрюк Сулеймана. Цыганочки, не убегайте. Вот только не сейчас. Только не сейчас. Блять, вот тут, сука, цыганская тварь. Так, а, слушай, они не убегают. Они не убегают, где там кто есть? Охрана, ну-ка давай-ка залезем. Они за... за мной они не хотят лезть. Блин, если там кто-то на крыше есть, нам пинда. Сука, там на крыше кто-то есть. Нет, ни одной причины сидеть. Может, что? Задание отменилось. Тьфу, блять, как обнаружено-то? Ну хорош, ну что за ебаный рот? Только не говорите, что с самого начала все это надо проделать. Только не... Я на запретной зоне? Да. Я практически с самого начала. Так, Ладно, цыганва. Веди нас. Веди нас. Да иди, блядь, вперед, чучело. А если я побегу? Так, если я побегу... Они бежать не хотят. Ладно.
Я почти что пришел. Блин, может быть, не стоило. Че там? А, они двух схватили цыганок? Или трех. Я даже смотреть не буду. Нам главное... Группа, сопровождающая вас, распущена. Прекрасно просто. Просто идеально, блядь. Ёбаный рот. И там стоит еще. Так, а если я сюда запрыгну, что будет? Цыганки, где вы, сучки? Там лавка есть. О, есть лавочка, спокойно. Оп. Никого. А где цыганки-то? Я ж тут нанимал их. Целая толпа. Вон, сено есть, побежали. Лавочки есть, интересно, здесь еще? Лавочек нету. И цыганок тоже, блядь. Ну где-то же должны быть цыганки-то. Бляха-муха. Ёб твою мать. Так, я вот в уголке сейчас спрячусь. Блин, надо было в сено, может, нырнуть. Не видят? Не видят. Я с ума стою просто здесь так. О, тут еще целая толпа. Обалдеть просто. И эти сейчас развернутся там, да? Вот до сюда надо добежать. Помню, так, ломали... цыганва. Цыганва вон там, вон. Янычары. Так, бегом. Бегом. Так, 150. У меня деньги-то хоть есть? Сейчас, блядь, денег-то не будет, нихера. Идем. Так почему же твои родители не хотят говорить о свадьбе? Ну чё? Куда вы, блядь? Спокойно, давайте, девки. Вы чё мозги-то ебёте? Там осталось дойти-то чуть-чуть. 80 метров каких-то. Идите сюда. Мне хотя бы вот до следующих цыганок дойти. Ну, вон тех янычаров сейчас мы минуем. Тут нет цыганок-то? Группа распущена. И она как-то всегда по-разному работает. Вот, все, распущена. Кем, блядь, распущена? Кто отдавал приказ такой, блядь? Я не отдавал. Че вы, блядь, Ёпта, они не защищают меня нихера. С каким же наслаждением я на... Может, вам дать 150? Я бы только забыл. Так, янычар. Тут двое. У меня идея. Идея была охуенная, блядь. Идея была что надо. Только не проканала. Так, тут двое, да? Прекрасно. А как же мне туда-то пролезть? А, да. И так можно. Как вот тут не убивать никого? Я не знаю. Так, те, надеюсь, снизу, которые меня не найдут. Точнее, не увидят. Если я вот еще повыше. Вот это... О, вон он, блядь. Вот это стелс пошел, а? Что? Ты давай туда-то переходи. Блядь, отец, ты че нахуй? Что за хуйня? Давай запрыгивай. А ты почему туда-то вот не хочешь зацепиться? Я что-то не понял вот этой хуйни. Так. Чего, блядь, ты не хочешь за перилу-то цепляться, ебаный мудила? Так, тихо. Там трое меня засекли. Трое меня видят уже. Сейчас пиздячки такой вкатят. Мы просто охуеем. Блядь. Они меня видят тут, интересно. Меня теперь другие видят. Ну, пизда. О, я вот в елку, блядь. Смотри, не видно. А, стелс начался. Что, блядь, почему елка так нарисована? Хреново. Так, эти убежали, да? Ну и отлично. Ну и замечательно. Сейчас. Тут где-то, блядь, сундук. Не дает мне покоя. Сейчас мы сделаем вот. Бля! А где я залезал-то? Здесь, что ли? Давай, залезай, Эцио.
Ой-ой-ой-ой-ой. Так, погоди, я там ушел вперед. А мы сейчас вот так вот пройдем. Хоп, в наглую, просто, блять, в наглючую. Морду кирпичом и пошли. Эй, проснись. Тарик не предавал нас, Сулейман. Он тоже следил за византийцами. Что? Так значит... Мне жаль. Прости, Аллах. Я не должен был судить столь поспешно. Он до последнего был предан султану. И благодаря его стараниям мы теперь сможем спасти город. О, Тарик, не нужно было ему секретничать. Неужели не было другого пути? Оружие ушло в Каппадокию. Поможете мне попасть туда? Да, конечно. Я прикажу снарядить корабль. Сулейман! Сулейман, меня подставили и выставили предателем. Помнишь Тарика, янычара? С которым ты не ладил? Кто-то убил его. Все знают, что мы с ним были на ножах. Теперь янычар обвиняют в его смерти меня. Ужасные новости, дядя. Когда об этом узнает отец, он изгонит меня из города. А, прошу прощения. Я не знал, что у тебя гости. Это Марчелло, один из моих советников из Каффы. Буонасера. Марчелло, мне с племянником нужно поговорить наедине. В общем, корабль будет ждать вас, когда вы решите отбыть. Грация, мио принципе. Мы непременно найдем этого злодея, дядя. Терпение. Покиньте дворец Топкапи незамеченным. Да что ж вы, суки, творите-то? Я тут... Так, цыганки, ну пойдем. Надо посмотреть, где хоть в какую сторону идти-то хотя бы для начала. Я здесь. Ну вон тут до ворот надо дойти и все. Цыганва. Они что-то поют даже. Это магнитолом. Древняя. Цыганки — это древняя магнитола, точно. Так, нам бы спрыгнуть вот туда вниз и все. И дело бы было сделано. Так, а если я вот этих возьму? Девиц, погнали вперед. Договорились. О, тут сразу двое. Ну-ка, съебал отсюда. Свалили. Ебаный рот. Нет, не заметили? Не заметили. Только у меня их две осталось всего лишь. Кусты. Блин, жалко, там воды нет. Я бы спрыгнул просто и все. А, вон еще цыганки. Погоди, там вода есть. Да как распущена группа-то? Вы что, ебнулись, что ли, совсем? Вода есть? Воды нет. Неплохо для таких лет. О! Вот и покинули зону. 1100 с хером. А ты кто такой, дядя? Что-то шмотки у тебя какие-то больно боевые. 100%... Я никого не... Ой, блядь. Я никого не убивал, между прочим. 100% синхра достигнута. О, и сундучок здесь, правда, не денежный. Фосфор. Фосфорный. Фосфорный сундук. Так, смотрим карту. Нам предлагают куда-то уплыть на корабле. Я не хочу этого делать. Знаете почему? Потому что, во-первых, я хочу до книжного задания добежать. Нельзя. Нельзя сделать так, чтобы оно здесь осталось, если мы куда-то уедем. Хотя я сомневаюсь, что мы куда-то уедем из Стамбула. Но все-таки, мало ли. Надо туда портануться. Тут телепорт. Где? Тут телепорт. Ёб твою мать, а. Ну почему так далеко телепорты находятся друг от друга? Телепорт там. Плюс ко всему, кстати сказать,
Мы были уже рядом с тем книжным заданием. А книгу я так и не нашел. Там, о, банк. Что? Твою мать, я хотел там деньги взять. Свои. Свои деньги. Давай, 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 нам надо наверх. Нам надо наверх. Сатаранный старик. Это... Стой, я хочу вот эту хуйню взять. А где она? О, блядь, она на другой. Так, странный старик. Ты охуеешь от этого старика. Давай отпусти ты, странный старик, твою мать. Нам бы где сено какое-нибудь найти. Цыганки, блядь. О, я сейчас нырну, да и все. Все, меня тут не найдут. Они сразу отстали. Они нырять-то не умеют. Тихо, тихо, тихо. Нырять не умеют ни хера. Да где же телепорт-то, ёпты, блядь. 150 метров, я куда-то отклонился очень сильно от него. Ну вы тут еще прошмандовки, да не нужны вы мне, отстаньте нахуй. Я до банка не успел дойти. Хотя в банке там почти что под сотню денег-то может храниться. Но еще одна целая куча набежала. Денег под сотню, так что не страшно, мы там не потеряем нисколько. У нас 100 тысяч-то, блядь, ни разу еще не было здесь. 1060, что ли, сколько ли там было. Вот, телепорт. Телепорт отправит нас в порт, между прочим. Южный порт сюда? Нет. Ипподром? Нет. Где, блядь, поближе-то? Арсенал. Ну, пойдемте в арсенал. Там добежим. Хотя бежать там прилично тоже. Арсенал. Где там эта книга? Но у меня такое ощущение, что она прям на самом-самом верху мачты. Говорят, что скоро должны... Потому что я один раз наебался с этим книжным заданием. Я не мог найти его никак. Нам надо снять меточку. Меточку с телепорта. Потом мне подсказали, что там надо на самый верх было залезть-то. Может, и здесь так же получается. Так, 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 так. Погоди, 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 погоди. Книжное задание. Вот здесь оно. Давай-ка пометим. Можем, кстати, купить пару магазинов здесь. Они есть. Еще не открытые. Хм, банк, блядь. Какая удача. Так, бабки, да, бабки гони. Забрать деньги. 19200 попрошу к выдаче. 110 тысяч можем хранить в банке. 110 тысяч, это неплохо. А у тебя карты есть, кстати, дядя? Ну-ка, или ты кто у нас? Ты у нас доктор. Ты у нас доктор. А здесь где-то есть золотишко, между прочим. А, тут балкон есть. Тут есть балкончик, на котором лежат деньги. Что такое? Ты что, не можешь подтянуться, хочешь сказать? Эцио, что так, почему? А здесь? Здесь ты можешь подтянуться, хорошо. Ну открывай ты, блин, тут штаб ассасинский есть, кстати сказать. Ох, блядь, 1600. Затряпку-то не зацепишь? Сука, эти прибежали тут же. Ну-ка, все, потратим мы 5 минут сейчас. Че, куда я пришел? Вот. На распределение. Распределение наших ассасинов, чтобы они нам выполняли задание. Помогите знатной даме. Выполнено. Выполнено, 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 выполнено. Все сделано. Вот этих самых крутое задание было. Наемник, воин. Воин, ветеран уже стал один. Ветеранша. Ассасины. Очки-то тут есть у кого? У тебя нету и быть не может уже. 5 очков, охренеть. Принять. Это сразу вот качнули. Так, автоулучшение принять. Тоже есть очки. Че? Я что-то не то нажал? Эй, куда, блядь, вышел-то? Не хочу выходить. Не хочу выходить, подождите, блядь.
Во, автоулучшение. Я что-то тупанул, не на то нажал. Автоулучшение. Ну и все, у нас он только 4 уровень один остался. Лаховский. Или Лаховская, ассасинша. Так, назад. Назад, мастер ассасина на столько 2. Александрия. Что у нас тут в Александрии есть? Денежные задания, да? Ну-ка выбери, может, 4 уровня вот того отправим. Выбрать. Где она? Сделает? Блин, не сделает. Ты что ж, твою мать? 7 уровня отправлять. Ну давай. Приступить к заданию. Взять задание. Тут что? 700. Защитить дворянку. Пойдемте. Защитим дворянку. 4 уровень не может, да? Никак не получается у 4 уровня это задание сделать. Хорошо. Надо вон какое-нибудь сложное взять. Точно, блять. И тогда качнем. Тут же ее. Опа. Это хорошее задание. Полторашечка нам тут светит. Полторашечка. А это что? Убить шпиона. Убить шпиона у нас только лучник может. А лучников у нас только 2. Ладно. Все, в Александрии мы все тут все сделали. Алжир, Бурса. Контроль тамплиеров 100%. Контроль ассасинов 50%. 50%. Алжир. Сложное задание. 4500 опыт, отлично. И за это платить не надо. Отправляем самых отбитых ассасинов. Блин, ноль нахуй. А это сколько? 8%. Отправляем тебя. Эй, блядь, подожди. Тебя. Спокойствие. Отправим. Что, так мало? Такой прирост процент маленький? Ёпта мать. А если мы тебя отправим, возьмем, допустим. И, допустим, возьмем тебя. Нихера себе, нет, подожди. Как назад-то переключить, убрать ее нахуй? Че делаю? А, во! Так, тебя сюда поставим, 4 уровня качнем. 100% выполнение будет. Вот. И они по полторахе опыт получат. Хотя, подожди. Зачем нам качать? Тебя, Липпи. Ну-ка, погоди-ка. Блин, без Липпи они вообще не могут ничего сделать. 99%? А было 100. Чё-то я не пойму нихуя. Так, 12 уровень, 4. 99% шанс на выполнение. Ну, хуй с ним, ладно, 99 нормально. Надеюсь, не ёбнут же троих ассасинов-то у меня. Это же будет жесть. Так. 99%. Слушай, действительно опасно, опасно. Ну ладно, взять задание. Так, здесь что у нас еще осталось? Спасите заложников. Подождите. Заложите новую базу. Ну, это мне кто-то сможет сделать точно. Да, все могут, наверное, да. Так, сюда иди. Взять задание. Только тыкач. Блин, а у меня тыкачей нету. Хорошо. Вот это легкое задание. Только арбалетчик. Арбалетчик есть, 10 уровня. Арбалетчица. Приступить к заданию. 800 денег, да? Только мечник. Мечников 2. Приступить к заданию. Я что-то переживаю немножко насчет Афины. Переживаю, мальца, за наших ассасинов. Ну ладно. Так. Ни одного нет у нас лучника. Освободить пленника. А здесь защитить ученых. Что тут? 100% 9 уровень. Иди. Иди уже. Здесь 8 уровень справимся. Блять.
Освободить пленника. 500 рублей платят. Тыкача у меня нету. Тогда идем в бурсу. Убить капитана. Во! Выбрать задание. Да что ж ты будешь делать? Ты ебит твою налево. Уйди, капитан, тогда убивай. Да, блядь, лучник нужен. Он в Генуе. Пизду витаю в Италию. Сможешь? Осилишь. Все. Приступить к заданию. Всех мы отправили вроде бы, да? Все, у нас больше нет ассасинов. Блять, ногой пизданулся. Больно как. Ай-яй-яй-яй. Все, бежим отсюда. Все у нас заняты, нам надо задание успеть. Надо добежать до книжки. Книжка у нас... Бля-муха. Книжка у нас рядышком. 150 метров, 130 уже. Сундук не буду брать. Он нам нахуй не нужен. А вот здесь, где-то этот корабль стоит прям... Надо посмотреть наверху, на мачту. А где корабль-то стоит? Что-то корабля-то не вижу. Не, ну должен. Должен где-то быть. Вот. Это он? Блять, ты посмотри, на самом-самом верху мачты это задание было. Обалдеть просто. А я тут бегал, прыгал, блядь. Туда-сюда. Сокровище. Так, на этом. Сокровище нашел. Все нашел. Впечатляет. Но лучше держаться подальше от страны. Нихера себе. А вот задание не нашел. Я уж не думал, что они его прям до самого верха. На самый верх поместят. Кстати, а на самый верх-то тут вообще реально пробраться? Давай, это, не еби мозги, как я это делаю. Здесь ты не хочешь залезать. Где-то должны быть... Какие-нибудь зацепочки? А как мне туда залезть-то в натуре? Ты не понял. Не пойму никак. Я даже если на соседней башне поверю... Так, стоп. На соседнюю башню по веревке. Интересный ход. Попробуем. Ёбаный мудила. Что ты наделал, Эцио? Зачем ты прыгнул назад-то, твою мать? Я не нажимал кнопку. Сейчас решим, как туда долезть. Ну хорошо, хоть в порту. Где оно? Книжное задание-то. Эй! Не понял. Книжное задание. Я хоть где нахожусь-то? Да я прям рядом с ним. Рядом с этим корабликом. Вон оно, все. Да, однако, надо подумать сейчас, как сделать лучше. Я вот по этим хуйням не... Да ладно, я по ним лазить что ли могу? Сука! Как так-то? Я думал, по ним нельзя. Ёб твою мать. Так значит, и по тем можно. Куда? Я что, под конец серии решил мне мозги поебать? Молодец. Молодец. Давай залезай. Ну прыгай. Ну еще. Ну, во, еще разок. Еще. Все, парус мешает. Да ёб твою мать. Погоди. Вот по этим-то я могу залезть? Я не могу по ним залезть. Стой, смотри. А вот здесь могу. Ай-яй-яй, а я же пробовал. Ну что ж ты будешь делать-то, а? Я же вроде пробовал, у меня и была идея, возможно, что... Думаю, возможно, надо по веревкам лезть, по канатам. Нет. Тогда у меня не получилось этого сделать. Символы пола. Символы пола. Где у нас символ пола? А, пола.
Крит. О, нет, это в стене. Здесь. Что такое тут? Нет. Вот здесь. Там и сундук рядом лежит. Но, правда, не денежный. Достаньте книгу. Надо как-то еще спрыгнуть умудриться, блин. Не на... не на палубу. Давай, на рыбку. Оп, хорошо вошел. 10 из 10. Проплыть под водой не менее 30 метров. Задание отравить послов выполнено. Да за задание-то я вот не особо переживаю, кроме одного. Кроме как за одно, точнее. Так, ну что здесь, книжечка. 400 рублей, 100% синхры. Символ пола. Давайте посмотрим карту. Куда нам отправиться в следующей серии надо будет. Ну, у нас только одно задание, как я понимаю, да? Да. Заданий Софии у нас больше нету. Так что путь только один, сюда. Но в этот путь мы уже отправимся в следующей серии. Я, кстати, вижу там кусочек анимуса. С вами был Мелдер, всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.